веранда нашего ресторана и вид на ночной Стамбул. Подсвечивается различными огоньками знаменитый Босфорский мост в Европу в Азию. Огоньки меняют свой цвет. А это церковь Святой Софии. Первый храм такой планировки, по прототипу которого строились потом почти все мечети. Здесь знаменитая голубая мечеть, которая видна только башня. На ней сейчас летают белые голуби. Это очень красивое зрелище. Прямо пролив, за которым начинается Азия.